Макс, блокировку включил? Он готовит себе трассу, человек. Сейчас будет экшен. Это серьезный очень пилот с огромным опытом. Ну, машина подготовлена. Так, берет разгон. Сейчас будет экшен. Чуть не проехал. Давай, ровно, как... Не, назад, вперед не поедешь. Ты тварь, что стоишь? Сейчас, сейчас, подожди. Еще дорога. Ну, проходимость выше, чем у Волги намного. Если бы ты сразу вышел, он бы проехал. Нормально пошел. Ух, как идет боком. Чуть не проехал, елки-палки. Иди помогай ехать, потом завяжем. Мне кажется, он остановился на замену масла, что-то поддымливает. А, на долив остановился. Копает там серьезный джипер. Видите, сорвал наклейку, пока передумал продавать, пока ехал. Порядок, хорошо идет. Готов или нет? Да, сейчас штурман толкнет. Штурман, где ты? Быстрей! Потом завяжешь. Так, а что, едешь, штурман, да, можешь ехать. Так толкнуть надо. А. Ого, какой у тебя выхлоп, елки. Пока спускание. А что, ты не спустился, лошара? Ну, мало. Идет, идет, идет бочком. Штурмана взял приличного, я вам скажу. Самый экшен вот здесь сейчас будет. Ох ты, ёханый бабай! Чуть-чуть. Назад, назад. Ленту приподними ему. Вы посмотрите, что делает. Ну, это просто маньяк какой-то. Посмотрите, что творит. Заклинил газ. Судя по всему, обороты не сбрасываются. Да, чуть бы резину посерьезнее. Посмотрите, что творит, что творит. Так, немножко подсел. Да, заклинил газ. Блин, ушел куда-то в посадку. Ё-моё. Так, подмога идет. Что там, все? Не сдается, блокировка
не работает задняя. Не успел установить. А с блокировкой было бы покруче. Так, пошел. И что, на финиш сейчас будет идти? Конечно. Осторожно, тут трамплин, чтобы он ни на кого не напрыгнул. Сейчас тут будет весело. Снимай, бессмертный жигуль, часть 2. Ну, комаров тут не будет лет 20 ближайших после его проезда. На финиш. Чуть не проехал. Уходит на финиш. Заслуженные аплодисменты. Лучшее время, да? Да я и своим ходом еще в Прилуке ехать с Чернигова, напомню. И сама она приехала. Так, выход. Опять звезда на старте. Все подрегулировал, я смотрю. Да? Уверен. Что, он подготовился, думаешь? Уверен. Стратегию новую, да, разработал? Медленно, не спеша. Лишь остался в поле, я давлю. Да. Штурман правильно сразу. Чуть тяжелее второй заезд идет. Бочком. Он тогда зашел в ход. Нам просто можно ступеньку сделать. Ну почти. Фары выключи! Да, второй заезд более сложный. Назад, 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 назад.
сейчас набирает обороты. Ангол, посмотрите. Тут сложное место, даже Паджеро толкали в этом месте только что. Так, 14 нештатных штурманов сейчас помогут, наверное. Надо назад все-таки. Какая крепкая техника. Немножко подсел на животик уже. Назад! Толкает и пилот лично. Пошли, пошли. Так, до финиша на руках несем. Несем на руках до финиша. Что-то блокировка пробуксовывает. Прямо. Давай, поехали. Немножко пороги, небольшой износ присутствует. Если руль поворачивай, поворачивай. Хорош. Руль не крути сильно. Руль чуть-чуть влево, дай угол, но сильно не поворачивай. Лучше поехать за ленты. Едем? Да. Пошел! Двери закрой, двери! Так, все, сейчас идет на финиш. Ух, красиво прошел, очень уверенно. На финиш этот раз зашел. Зашел четче. Газ заклинил опять. Но уже на финише. Блин, там моя палатка дальше стоит. Куда он поехал? Тенек поехал. Максим, сюда? Ты знаешь песню «Две звезды»? Я могу, но просто не кричу. Пой. Хабу. Я включу, у меня блокировка. Да, вот они в кадре «Две звезды». Андрей уставший, что-то пора. Это что, нравится?